Ставлю одну линию, x2, ставлю сложность, короче, Рак, рак. рак, да, ставлю, блин, классика, классика. Сложность, я просто не видел, что там рак есть. Все, создал, погнали. Но я тогда знахаря возьму. Огненного, но я тогда лича, погнали. Смотри, мы с Аскером тогда делаем... Ну, тебе не нужны, мы сделаем суммоны. Смотри, перчатку Аскер сразу, делаю перчатку А смерти. где? Ну вот, говорит, где магия. Вижу, вижу. Сразу перчатку у нас будет танковать, короче, эти. Ну давай я Ты возьму хочешь магнита, ты видеть? лучше, я не знаю, либо ману, либо... Ну давай я ману возьму. А я магнит тогда Хотя нет, что-нибудь. давай я у меня не нынче тратить ману. Тебе ты же это. Но... Нам сейчас надо этих делать. Это сложность для нас. Да, ну тут только голда дается и все в начале поболее. А, ну XP еще больше. Не, это сложность для нас создавалась. Не, ну что-то со скелетиками. Да, но это Так, пока. чё... Вардинг, да? Да, вард качает там этих. А не, стой, а ты взял уже? Какова жадность мог взять? У нас столько Ну, скелетов я сейчас. потом возьму. Так, мы пробиваемся вроде. А, кровожадность ОУЕ. Ну да, она на всех юзается сразу. Ну сейчас на следующем возьмешь. Да, лево уйдет прям знатно так. Да где этот Total War? Ванёк, какой мы тебя ждали? О, бандит. Бандюган. Скелеты затащить. Да все, не делай больше маны, не трать пока. Понимаю. Чё? Смотри, имба какая, пошли, пошли месить. Не, что-то мне кажется, мы эту втащим сейчас кабину. Ну, против вампира нам скелетики не подходят. Только к порталу не подходите, там слишком близко от таскивок назад. А то они сейчас там появятся, размотают нас. Так, изи. Они еще останутся, они не пропадают. А, нет, пропадают. Так, Они я не тогда... пропадают. Я взял магнит тогда. Я думаю, я... Да ты дальше, когда перчатку ты собирай, дальше. Просто... Ага. Или не понимаю. Может, это все-таки аугу? Хотя не так много дает, наверное. Я не знаю, где лампочку собирай, либо... Да, лампочку собирай, потом никому не так. Я взял магнит. Да, потом никому лампочку, никому не потом сразу буду не вот этот на ман. Блин, блин, надо будет. А, есть? Есть. Пять надо, да? Да. Блин, не должен тащить. Или нет, что-то будет сразу бутон или не камень? Не потом не камень, это не такой, где могу призывать. Ну как? Там типа на третьем, смотри, вот, на третьем вообще призывает 4 и одного великого, но они жесткие. Типа, на третьем надо очень много качать. Ну тогда, наверное, бутоник 2, когда соберу, тогда я буду. Или на первом бутоник. Рано надо было. Да я не скрип. Я хотел змей просто. Ой, я пойду попробую сразу от молнии умереть. Вы должны втащить так-то. Так. Поели. О, получилось! Беру, беру. Все четко. Да, давай, не спавни, не спавни. У меня есть кровь. Тиману восстанавливает. О, у меня сразу зарегенилось. Да, он Тиману, когда Ничего тебя молния бьет, Тиману восстанавливается. Так, ну это вот все, это плюс.
главное рядом с Крунгером, ой, с Аскером не стоять. Да опять не скликнул. Он так сдувается. Так сдувается потихонечку. Книгу ты собрал? Блин, книгу не собрал, хуёво сейчас. Скелетики уже тащить-то не буду. Наверное. Растет. Ой, атака у тебя прям нормально так растет. Четко. Так, надо отступать. Так, когда у меня уже лука соберется, и тогда мне на ману пухер будет, может даже лампочку мне не собирать, Аскер, не знаю. Я, наверное, некрономикон начну качать. Если я сейчас рунок соберу опять быстро, это будет четко. Так, чуть-чуть отступите там. Давай на спавн пока. Чё? Ничего, спавн, короче. Да, и тогда у нас будут танки, потому что книжку-то надо качнуть нафиг. Не, все, отходите. Тихо, тебя убью, сейчас выйдем. Там жестко с этого дамаж, с портала. А в прошлой этой был бог? На прошлой не было же босса, да? Сейчас будет босс. А, блядь, они без лампочки херовы будут. Ебать. Там лампочка еще легенда. Но у тебя хил есть, если что. Ты квест брал, не? Нет. Уж не хочешь? Не, я попомню. Блин. Блин. Че так? Не уходим в квартал. А, ну повезло мне. О, стан хорошо зашел. Да блядь. Да какой.
Короче, вот я когда первый вот этот торнадо кидаю, туда закидывай фейзера прям все, что можешь. Там урон от скиллов, ну, повышен. Типа понижает. Маг, короче, это защита. Блин, рунки, рунки, ну когда же у меня око будет? Стрёмная карта какая-то, нормальная карта. Во-во, в торнадо можно закидывать туда. Или это такое от меня, или что? Эй! О, опять пошло. Молния, давай еще, 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 трогай. И не бьет меня, серьезно. А, 50%. Типа. Только молния может попасть. Так, ну одного почти убили уже. Молния ни разу не попадает. Ух! Сразу фул ману, короче. Да блин, серьезно. Заберите эту херню. Да, у меня так мана хотя бы не заканчивается. Пока молния бьет. 52 заряда, нагмаз. У меня сундучок есть. А, ну все, доставай сундук. Кристи надо продать. За 20-ку. Я продал, короче говоря. Так, 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 так. Сейчас я мантию сделаю. Так. Ну, я кромку дам. А, ну, дай. Мне все равно пока не хватает на топ. Так, все, да, вот это. У меня 40 кет еще осталось. Альфа Плутоний. Так у тебя, наверное, реген жесткий должен быть. Ну, не. ХПшка регенится плутон. Нормально. А как улучшать некроми? Ну, все то же самое, покупаешь все. Также перчатку. Нет, смотри, не так дорого будет. Перчатку покупаешь. Или что, если стоп, погоди. Улучшается, да, собрав еще один некрономикон. А, ну перчатку собираешь и. Еще что там надо. Посох Дамблдор еще какую-то херню. Ну как так же, как и эти собирал. Ну я помню. Так же, как и с Плутонием. Ну да. Да, ты, наверное, будешь танковать фейзер. Так, ну я сразу ультану, короче. Так, не гунки. Даже у меня око было. Ты это своим сундуком, он жри сундук. Сожрал?
Он просто ударяешь и все. Он... Твой сундук, Аскер. У него хпшка растет, когда он другие сундуки пожирает. Кто ух делает? Вон, уже 1000 хп. Нифига себе, сундук будет танковой. Сундук, сундук, сожигай. А, все, сожрал, четко. Серьезно, я еще 100 гун не собрал. О, опять молнии пошли. И это плюс прокаст. Я походу у нас сундучок будет там. Ну ты главное его не просри, чтобы он там сундуки еще пожил. А я его забиндиваю, еще буду. Так убили. А где сундук? Вон. А, 1300. Так у него за защиты еще здание. Да, он походу будет наш танкователь. Опа. Опа, вот это снайпер. Смотри, аккуратно сундук ломит. Так, здесь, наверное, крипов наших не больше не делаем, маскер. Блять. А, барды, он не отхилился, нормально. Одного, одного пинаем. Да какой стан... Я еще не собирал этих, серьезно, рун. Так, должны одного сейчас забрать. У меня мана кончилась. Почти. Забьется. Там главное не попадитесь больше этот. Ну, подъят, подъят, пуджа, не попадитесь. За это что-то дают, короче, голды дополнительно. Ну, если еще не попадали. Потом Фрейзер накачался. Да, кстати, ману, тебе инту надо, инту надо. О, нормально, под крестом был. Чё так? Закрыть! Убил мясника, так, все нормально. Так мы его убили? Или кого надо было убить, пока крипы не закончились? Ой, блин, я бомбу притянул. Моё око. А, Фризера, ты взял этот?
От мясника, где это? А нож-то где от него? Так их много. Кинжал от мясника где? Надо, чтоб Фейзер подобрал он. Блин. Друзей не добивайте. Кого? Так сейчас еще будут идти. В смысле, их много же будет. Да, 4 пуджа было тогда у нас. О, е, ухо есть. Блин, мне надо что-то выложить. Так на, Фейзер, на, возьми пока око, короче. У меня вроде с маной все нормально. Я тебе дал око. Смотри, пока тебя не бьют никто, не подходи близко. Пока тебя никто не бьет, у тебя все регенится. Пускай танкуют наши эти писюны. Во, не заразился чумой, получил 65 золота. Чё такое? Опа, халявное золото. Сундук, так у него еще броня, и это осадная, его фиг пробьют, наверное. А я могу ему собрать, да, вот этот, который еще это возвращает. Опа. Да, да, ты можешь хитиновый панцирь улучшить, ему будет четко. Нифига себе, он регенится. Ой, блядь, какой урон. А, нормально, могу умереть. Да. Смотри, этот еще большой здоровый. Нихуя себе, у него атака 201. У моего этого писюна. Там мазь какая-то упала. Мазь звездочка. Тимба книжка. У него еще и это. 800 хп. У него еще сплэш есть. А, у сундука вот его. Да, да. Нормально. Ты только портал его не подноси, да. Бьет быстро. Вон сундук, сундук бегает. Вижу, вижу. Почти два. Этих типов я книгу дальше собираю. Я тоже, у меня вроде с маны проблем вообще. Да я руны просто собираю нам чётенько. А я могу перчатку смерти типа с этим кастовать? Типа когда не одно будет? Не. А, ну туда нормально. Ты и то можешь. Просто скелеты сейчас очень слабые. Но я их все равно буду создавать, потому что пока нет второго. Да. Сундука почти 2 хп. Ты его когда сейчас... Босс вампир, сейчас вампир забыл. Ты сейчас сундук лучше спрячь. Ну, тут вот твоя... Ну, сейчас я куда-нибудь. Сколько? 73, да. Нет, ты у нас бесконечно можешь спать. Нам надо... Ну, урон у нас есть. Почему Фейзер такой здоровый? Фейзер, чё ты не сдуваешься? Я тоже заметил. О, всё, маленький снова. Куда улетел? Сколько там? 1800 так нужно? Да. И что там дадут? Ну... 12 тысяч опыта и 10 единиц к основному атрибуту. Сколько опыта? 16. 12 тысяч. А, хотя не, это мало.
Ну, ну один уровень, два. Блин, я же еще, у меня ледяная броня есть. Я и забыл про нее. Так, ну смотри, ну мы быстро дамажим. А, мои писюны хорошо дамажат. Ты еще не апнул, да, книгу? Вот сейчас не, подальше не. Держитесь, подальше, подальше, подальше уходите. Пускай эти грибы наши бьют. Нет! Сейчас там идет. Да он сосет даже в этот во сне. Все, уходим, отходите, отходите. Просто подальше отойдите. Не засосать бежит, блядь. Одного надо. Все, отходите, отходите. Отходите, отходите. Отойди, Аскер, блядь. Я стан поставил. Да какой стан? Он неуязвим, когда сосет. Ага. Чё ты сразу-то не сказал? Второе еще вон коцается. У меня маны нет, блядь. Так, пошли бесить. Близко только не подходить. Одного месяц. Да не. На нахуй. Одного забили. Вон в такой... Клинок, вон клинок возьми. Фиди. Я беру, возьму. Клинок на урон от фрейзера надо. Нормально. Будет. Он еще и хик прикинь, все близко Аскеру не подходи. Нет! Можно проснуться его? Заебал. Все, соси бибу. Да почему ты? Да у меня этот шахид здоровый, он сильно будет. Я вам дам сейчас. Второй. Погнали. Они очень быстрые, погнали. Хотя нет, они не очень быстрые, но все равно погнали. Нихера. Призрачный гонщик. Все здесь принимаю. Спавни, я кровожадный. О, у меня два здоровых. Блин, ты себя-то стысь. Вот, все. Они очень больно бьют. Я ультую. Пока наши пацаны танкуют. Так, ну урон входит прям жесткий, ебать. У меня есть вард поставить. Ебать. Вот это мы их присунули. Так, ну там все, по-моему, наши умирают уже, нет? Сейчас мелких будет миллион, да.
Так что аккуратно. А, я не могу. Они уже идут! Идут, уходите, пацаны! А маны нет. Ебать, я ж только с лампочкой. Ну, у меня шульта, да, всем у нее взаимность. Короче, когда за спамом говорю, книжку, книжку давай, книжку. Ну, ульта. Какая ульта дает? А, неуязвимость. Давай, вот сейчас неуязвимость, давай, они за... О, все, они пройти не могут. Сосать. Все, все, все. Блять, прошел один! В смысле как? А-а-а! Все, мне пизда, пацаны, просто убегайте, потом меня восстановите. Ну я уже не убегу отсюда. В смысле не убежишь? Давай. А, ну там кто-то... сейчас сработает. Там еще наши танкуют. Сейчас у меня книжка откатится. Давай, у меня тоже. Все, давай, я юзну. Блять, у меня же еще броня есть ледяная, массовая тоже. Но я ее не качал, я в угон весь пошел. Вы че не бьете-то, блять, дебилы? Я сейчас разультуюсь. Надеюсь. Ну я умру. Пошлагануло. Ебать, там все маленькие стали. Там всех. Походу Кронгер. Нахера Кронгеру компсал. Это. Что? Как? Чё так лагает? Ты нафига это? Ты походу нам с мультом заруин. Как? Ты там видел? Я всех убил. Почти. Гений просто. Что гений? Я просто ультанул. У меня даже ничего не угонял. Ну чуток только присел. А, у Кронгера вообще комп сломался. Ну чё ты? Это не значит, что у тебя не лагало, но у всех-то есть. Блин, нахер я вообще туда поднялся? Я бы вас сейчас воскресил. Так я ж мог воскресить!